Первый проезд мы понимали, что могут быть очень неприятные неожиданности, скажем так. Поэтому мы большую часть все-таки перестраховывались и ехали в основном на доезд, а не на время вообще. То есть мы ехали в полубоевом режиме, просмотреть трассу, понять вообще проездная, не проездная и не накосячить. Это была основная задача первого проезда. Мы с ней справились, ну а дальше, естественно, начали ускоряться. И каждый следующий доп трасса подсыхает, и каждый следующий доп мы ускоряемся почти на минуту. То есть ехали мы довольно-таки хорошо. Это первая гонка, когда мы ехали на тормозных колодках Фэби. Колодки показали себя очень хорошо. Вопросов к тормозам вообще никаких нет. Они отлично выдержали на спортивном автомобиле. Прошли сегодня и жару, прошли и дождь, и грязь. Все отлично. Вообще для нас гонка сложилась очень хорошо. Да, мы мокрые, да, мы в грязи. У нас есть победа, кубки говорят об этом.